Друзья, всем привет! Сегодня будет интересный формат для меня, необычный. Никаких обзоров на тренажеры, товаров, распаковок. Будет просто подтягивание. Я на днях рылся в интернете и на ютубе нашел ролик Дениса Семенихина, где он на спорт делает 40 подтягиваний и 40 отжиманий на брусьях. Лимит по времени 10 минут. Мне стало интересно, хочу повторить. Кстати, если вам тоже интересно попробовать свои силы, можете вместе со мной начать это делать. Так, запускаем. Сейчас. Поехали. Буду делать по 5 раз. 5 брусьев, 5 подтягиваний. Можно 10 подтягиваний, вернее брусьев. Знаю, что у меня подтягивания хуже идут, чем брусья, поэтому немножко раздробить. 10, 10 и 10. Брусья, 10 турник, 30 брусья, 15 турник. Большой морозец сегодня. Рука примерзает к турнику. Ничего, нормально. Так. Турник. Ведь упражнение тяжелое. Дыхание сбивается. Все закрыли. 4 минуты. Еще 20 подтягиваний.
Еще подходик. Иди, два подхода осталось, руки забились уже. Денис в своем ролике делал два подтягивания и три раза на брусьях отжимался в таком свободном темпе. Повторение осталось. Есть 40 8.09. Чуть-чуть раньше, чем Денис, но все равно тяжко. Пробуйте, ребята, пробуйте, пишите в комментариях, насколько вам это было сложно или легко, и давайте пробовать, давайте заниматься, тренируемся дома. Всем привет, с вами был я, Сергей Детюк, увидимся на канале. Пока-пока.